Боже, милость сегодня мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Аллилуйя. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. И по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем, ищи в суде Своем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость веселья, и возрадуйся кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь от беззакония моих. Сердце чисто, созизи во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения моего, и Духом Владычеством утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня, Боже, грехов моих, очисти беззаконие мои, и пребуди с нами. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодно будет Тебе жертву правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Единый, вечный Господь и Бог, слава Тебе! За свет нового утра, которого никогда еще не было на земле. Ты сотворил мир, все видимое и невидимое. Твоя всемогущая рука поддерживает еще жизнь на земле. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Коснись сердца этих юных людей, чтобы они приняли жертву Твою, спасение, дарованное Тобою даром. Ты из-за них умер, Христос, Спаситель наш. Аллилуйя! Просвети разум их, отврати от всего неугодного Тебе, да прославишься в жизни их. Избери из них добрых благовестников, на Тебя поуповает душа моя, и помилуй меня. Господи Боже наш, слава Тебе! Милосердный Создатель, Творец всего видимого и невидимого, благодарим Тебя, Господи, за свет нового дня, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем, что нас ожидает, но исполни сердце благодарности, доверия Тебе. Ты посылаешь только то, что может человек выдержать, может перенести, прославляя Тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, Сын Твой, умер за наши грехи на Голгофском кресте,
даруй нам спасение. Аллилуйя! И нет иного Бога, кроме Тебя. Хвала Тебе, наш Господь! И нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение! Ты позволил нам, Господи, зайти в это место блуда, греха, беззакония, прелюбодеяния, чтобы предупредить людей, что делающие так, как содомиты, будут сожжены Богом огнем и брошены в озеро огненное вместе с сатаною, дабы они избавились от этой прелести бесовской, табакокурения, наркомании, серебролюбия, сквернословия. Приди на помощь, Господи. Не дай погибнуть этим людям, которые ничего не знают о Тебе. Они пытаются скрыться от Тебя. Но, Господи, от Тебя не скрыты тысячелетия вперед, кому надлежит родиться и что сделать. И Тебе известно все прежде нашего рождения до нашего последнего вздоха на земле. Ты Бог всемогущий и дивный. Ты грядешь судить мир, и Ты сказал, что ожидает этот мир? Какая будет война? Третья часть человечества сгорит в пламенеющем гневе Твоем. И после, когда наступит страшный суд, все мертвые воскреснут и предстанут перед Тобою, чтобы получить соответственно тому, что делал в жизни доброе или худое. И грешники, которые не приняли Тебя, Господи, не уверовали в Тебя, будут брошены в озеро огненное вместе с сатаною, где мукам не будет конца, где будет плащ и скрежет зубовный в бесконечные веки. А ныне Господь призывает, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, метущееся племя, не знающее смысла жизни. А что по природе знают, как бессловесное животное, тем растлевают себя. Прости нас, Господи, и помилуй. Коснись сердец этих людей несчастных, ибо этот Содом и Гоморра готовы к сожжению. Аллилуйя! И после этого будет единый царь на земле, и воссядет он во храме в Иерусалиме, и будет царствовать 3,5 года. Время самое тяжкое за всю мировую историю. И кто может тогда устоять? Все уста закроются, и смех обратится в плач и в рыдание. Аллилуйя! И мертвые будут падать, как осенние листья с деревьев. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Умолкните нечестивые уста, и не открывайтесь против Господа и помазанника Его, ибо вас ждет жестокая расплата за все. Не отвергайте спасение, пока можно его получить. Аллилуйя! Господи, пошли добрых миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои неизреченные милости и за этот день. Хвала Тебе, Господи, Ты говоришь, что неверующие в Тебя нечестивые будут вечно мучиться в огне вместе с сатаной. Все эти прелюбодеи, этот Содом, который устроили здесь, будут скрежетать зубами, но ни одной минуты жизни уже невозможно возвратить. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Аллилуйя! Благодарим Тебя, милосердный Создатель! Слава Тебе, Христе Боже наш! Дарующий жизнь и смысл жизни. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи! Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь.
пребуди с нами, Господи, благослови, и вразуми правителей всех стран. Наведи страх Твой на них, дабы мудро управляли народом, что допустили такой Содом и Гоморру, прелюбодеяние, сквернословие, табакокурение, и разрушают тело свое, участь неверующих Сына Божия, а огонь вечный вместе с сатаной в озере, кипящим огнем и серою. Сатана затмил их взор. Среди этой дымовой завесы они ничего не видят и не знают, кроме блуда, и живут подобно скотине. Просвети их разум. Найди их, Господи. Коснись их сердец. Не дай им погибнуть. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилось и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, даяй им. Приди к нам и спаси нас, аминь. Как страшится сатана крестного знамения, все рушится и падает. Аллилуйя. Милость Твоя велика, Господи. Приди и помилуй народ Твой. К Тебе обращаемся. Хвала Тебе, наш Спаситель. Слава Тебе, милосердный. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание свое. Ты Бог, Ты Господь, владелец наш. Аллилуйя. Бог Иегова и Саваоф, услыши и помилуй наследие Твое, и обрати людей на путь покаяния, и вызвали из этого Содома и Гоморры, куда сатана вернул их, не давая даже чистого воздуха, и уста их превратились в демонскую кадильницу. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш, Ты единый и вечный Спаситель, умерший за наши грехи и воскресший для нашего оправдания. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалом 119. Аллилуйя! Псалом 119. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров кидарских. Долго жила моя душа с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Великими и дивными дарами Ты украсил путь человека. И все созданное в природе служит Ему, как повелителю, как хозяину, призванному беречь, а не уничтожать. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, ибо люди в этой тьме привыкли ко всему, кроме молитвы, которая к Тебе. Привыкли ко всему, кроме света истинного, ибо Он ослепляет их, и они падают, и рушатся твердыни дьявольские. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, очисти, омой и убери, Владыка, крестной смертью Твоею. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Выведи людей из этого Содома, из этого прелюбодейства, что влечет к жизни. Единицы только выходят на жизнь, а остальные гибнут. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе.
Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремнет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя справа руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аллилуйя!» Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Куда восходят колено? Колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Аллилуйя! Господи, милостивый, пошли благовестников, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы они познали, какую великую жертву ты принес за каждого из них, что твоя любовь спасает людей верою, ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе!